Гели для душа, шампуни и бытовая химия. Компания «Чистая планета» совместно с партией «Единая Россия» привезли подарки в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский». Это дом-интернат для граждан пожилого возраста «Золотая осень». Сейчас здесь проживает 28 человек. Это что такое? Это гель для душа. Гель для душа. Очень хороший и качественный продукт. А, спасибо большое. Для нужд самого комплекса привезли 16 канистр. Тут и средства для мытья посуды, и мыло, и гели для уборки помещений. У нас проект, он не только бизнес, он социально направленный. У нас изначально, когда проект зарождался, ему всего лишь 2 с небольшим года, в него люди, которые его создавали, заложили социальную составляющую. Это мир без пластика. Мы продаем продукт в разлив. Тем самым уменьшаем воздействие пластика на окружающую среду. Чистота – залог здоровья. Об этом хорошо знают и в Московской областной больнице имени профессора Розанова. Помощь с моющими средствами дошла и сюда. Для нужд больных, врачей и самой больницы. Хоть пандемия отступает, но уборка лишний раз не помешает. Россия всегда славилась своими меценатами, фирмами, которые оказывают помощь объектам, участвующим в социальных вопросах населения. И, конечно же, приятно, что сегодня под эгидой партии «Единая Россия», по программе «Добрых дел», сегодня больница получает от фирмы «Чистая планета» средства бытовой химии. С самого начала пандемии в городском округе Пушкинский активно реализуется партийная акция «Добрые дела». В рамках нее бизнесмены округа помогают нуждающимся. Мы хотим показать, что бизнес не остается в стороне, также помогает. И, может быть, другие коллеги по бизнесу также присоединятся к этой акции. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.